Сегодня Кабардино-Балкария простилась с Зауром Налоевым. Церемония прощания проходила в Кабардинском госдрамтеатре. Руководители республики, представители общественности, друзья и коллеги Налоева отметили, что он навсегда останется в народной памяти как человек неисчерпаемой творческой энергии и огромного обаяния. Мудрый учитель в самом высоком смысле этого слова. Наш специальный корреспондент Альберт Карцаев продолжит. Пол Кабардинского театра в это утро еле вмещал соболезнующих. Проводить в последний путь выдающегося филолога, этнографа, писателя и человека с большой буквы пришли глава республики, депутаты парламента, члены правительства, общественные деятели, коллеги. Ушел не просто ученый, говорили в этот день. Целая эпоха в литературе и культуре кабардинского народа, связанная с именем Заура Налоева, теперь стала историей. Труды Налоева стали классикой еще при жизни автора. Это утрата не одного рода, а целого народа, говорили собравшиеся. Наша утрата поистине невосполнима. Сегодня Кабардино-Балкария потеряла одного из лучших своих сынов, замечательного писателя, вдумчивого ученого, яркого общественного деятеля и подлинно преданного гражданина. Заур Налоев – автор более 200 научных и публицистических работ. Благодаря ему народные песни и инструментальные наигрыши адыгов в трех томах зазвучали мотивами предков. А очерки истории кабардинской литературы начала читать вся страна. Это был человек, одаренный Всевышним многогранно. Настолько многогранно, что и настолько изобильно, что жемчуга своего таланта он разбрасывал, не считая. Посвященные фольклору, народно-профессиональному искусству джагуакуа, мифологии, истории современной литературы, труды Налоева сегодня являются одной из вершин современного кавказоведения. Заур Магомедович работал в научно-исследовательском институте с 1954 года и пользовался необычайным авторитетом, как человек принципиальный, чистый, необычайно талантливый. Он навсегда останется в памяти не только простых людей, но и в истории своего народа, как человек неисчерпаемой творческой энергии и огромного обаяния, мудрый и взыскательный учитель. Похоронен Заурбий Магометович Налоев в Нальчике. Альберт Карцаев, Тимир Забанчиев, Вести Кабардино-Балкария.